יודעים אחד מהשאלות הכי נפוצות ששואלים את אלוהים. Одно из самых частых, один из самых частых вопросов, которые задаем мы Богу. מה אתם חושבים? מה, איזה שאלות? Какой вопрос, как вы думаете, часто задают Богу? למה? מה למה? Почему? Что почему? מה? למה זה קורה לי? Почему со мной это происходит? זה דומה. Похоже на это. אחד מהשאלות הנפוצות ששואלים את אלוהים, למה יש סבל בעולם הזה? Самый часто задаваемый вопрос Богу, почему в этом мире есть страдания? למה אנחנו בתור אנשים מאמינים, עולם הצדיקים סובלים? Почему мы, верующие, страдаем? Почему праведники страдают? למה אנשים חפים מפשע סובלים? Почему люди, которые не совершили никакого преступления, страдают? למה? Почему? וזה הנושא שאני רוצה לדבר עליו. И об этой, на эту тему я хочу говорить сегодня. ויכול להיות שאני לא אענה את זה בשלמות על התשובה, לא אתן תשובה בשלמותה. И возможно, я не смогу совершенным образом ответить на этот вопрос. כי השאלה הזאת היא באמת לא פשוטה. Потому что этот вопрос очень сложный. אבל אני אנסה. Но я попытаюсь. ויותר באמת אני אדבר עלינו. И больше я хочу поговорить про нас. וגם על אנשים מאמינים וגם על אנשים שלא יודע, מחפשים את אלוהים. Про верующих людей, про людей, которые ищут Бога. אבל אתם יודעים, לפעמים אנחנו, בתור אנשים מאמינים, מגישים לאלוהים בצורה הבאה. Иногда мы, как верующие люди, приходим к Богу определенным образом, следующим образом. לפעמים אפילו ככה מבשרים ומלמדים את אנשים. Иногда так благовествуют и таким образом учат людей. שאם אתה תשמור מצוות, что если ты будешь соблюдать заповеди, אם אתה תתנהג כמו שצריך, если ты будешь вести себя подобающим образом, תקשיב לאלוהים, если ты будешь слушать Бога, החיים שלך יהיו מלאים רק ברכה. Тогда твоя жизнь будет наполнена благословениями. הכל יהיה טוב אצלך. Все у тебя будет хорошо. לא יהיו לך צרות. У тебя не будет никаких страданий. זה לא נכון. Это неправильно. יש גם צדיקים שהם סובלים. Есть праведники, которые страдают. ואנחנו לפעמים כשחושבים על זה ומקבלים את הלימוד כזה. И мы иногда, когда думаем об этом и принимаем такое учение. אז אתה חי, אתה מנסה להתנהג טוב. Ты живешь, ты пытаешься правильно поступать. אתה באמת קורא כתובים, אתה מגיע לקהילה, אתה עושה הכל כמו שצריך. Ты читаешь Писание, ты приходишь в общину, ты пытаешься делать все, как ты считаешь правильно. אתה מתפלל, אתה מבקש מאלוהים את ההדרכה שלו. Ты молишься, ты просишь у Бога его направление. ופתאום באיזשהו מצב אתה מקבל בום על הראש. И вдруг в какой-то ситуации ты получаешь удар по голове. ואתה לא יודע מה לעשות עם זה. И не знаешь, что с этим делать. איך פתאום זה קרה לי? Как это со мной такое произошло? הרי אני עשיתי הכל טוב. מה זה הצלצול הזה? Я сделал все правильно вроде бы. Костя, можно теплую воду, пожалуйста? זה לעורר את האנשים שנרדמו. Это для того, чтобы пробудить людей, которые заснули. ואז בן אדם מקבל בום בראש והוא לא יודע איך זה יכול להיות. И тогда человек получает удар по голове, он не знает, как такое может быть. כי הוא התרגל שאם הוא עושה טוב, אם הוא מצווה למצוות, אז הכל צריך להיות טוב. Потому что он привык к тому, что если он поступает хорошо и соблюдает заповеди, то все должно быть хорошо. ואתם יודעים, הגישה הזאת היא מאוד דומה לאנשים, לגויים שהשתחוו לאלילים. И такая, такой подход похож на тех людей, которые поклонялись идолам. Кем היו מביאים לו מתנה שהוא יברך אותם? Потому что они приносили ему дары, чтобы он благословлял их. מביאים מתנה, מבקשים משהו. Они принесли ему подарки, дары и попросили что-то. ואז מחכים, מה יקרה? И тогда они ждали, что произойдет. О, יש ברכה, טוב. Есть благословение, значит, все хорошо. אין ברכה, צריך להביא לו עוד מתנות. Если нет благословения, то нужно принести ему еще дары. ואם פתאום הם רואים שזה לא עובד, הם הולכים לאליל אחר, מביאים לו ברכות, מתנות. И если они вдруг видят, что это не работает, приходят к другому башку и приносят ему тоже дары. אבל אם זה פתאום לא עובד, הם פשוט מפוצצים אותו. А если и это не работает, они просто его потом и взрывают. הם חושבים, אם אני עשיתי משהו טוב, נתתי מתנות, או אם אנחנו מדברים עלינו, התנהגתי יפה, אז
Если они тогда думали, что если мы приносим дары этому идолу, то у меня все должно быть хорошо, в нашем случае мы можем сказать, если мы себя ведем хорошо и поступаем правильно, то у нас все должно быть хорошо. Это то же самое, как идолопоклонники, которые поклоняются идолам. Это неправильный подход. Я хочу попытаться объяснить, почему это с нами происходит. По какой причине, неважно в каком состоянии мы находимся, но почему мы страдаем? И это страдание, оно приносит нам, оно поражает три основных сферы нашей жизни. Одно — это наши материальные ценности. Это может быть наша работа. Это может быть бизнес. Возможно, какие-то наши достижения. Возможно, наша учеба. Все, что важно нам в материальной сфере. Бог может дать нам проблемы, или не только Бог, а мы можем просто создать себе проблемы в одной из сфер жизни. Вдруг ты видишь, что твой бизнес рушится и ничего не помогает. Или тебя уволили с работы. Вот так, не на ровном месте, ты очень хорошо работал. Либо вода Петру, это манкаль. העליון של שהיה אחראי לא רק על הארץ, אלא ממש על המון מדינות. У меня на работе, например, недавно уволили директора, который был ответственен за сеть фирм не только в Израиле, но в некоторых странах во всем мире. Все про него всегда хорошо говорили. У него были очень большие достижения. И вдруг его уволили. Различные сферы, материальные сферы в нашей жизни могут потерпеть крушение. Вторая сфера, в которой мы иногда переживаем страдания, это что-то связанное с нашими близкими, с нашей семьей. Возможно, что-то происходит с твоими детьми. Возможно, есть проблемы, которые твои дети проходят, и, естественно, ты как родитель страдаешь с ними. Возможно, их болезни. Или, не дай Бог, когда дети погибают. Это что-то связанное с близкими. И третье, это что связано с нашим телом и с физическим состоянием. Вдруг на тебя упала какая-то серьезная болезнь. Возможно, смертельная болезнь. И ты сражаешься с ней. Возможно, ты пережил какую-то аварию дорожную и остался наполовину инвалидом. И тогда ты совершенно справедливо спрашиваешь, почему? Эти сферы жизни, в которых иногда мы терпим крушение. И сейчас я хочу говорить о 4 причинах, Я хочу сейчас поговорить про 4 причины, откуда это может быть. Одна из причин, почему мы страдаем, и это связано в основном с верующими, это атаки дьявола. Я хочу, чтобы вы открыли 1 Петра, 5 главу. אנחנו נקרא מפסוק 8 עד 11. Мы прочитаем 1 Петра, 5 глава, с 8 по 11 стих. אז בוא תקריא ישר ברוסית.
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в Машиахе Иешуа, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Мы быстро прочитали, я хочу объяснить. Покатов, что есть откафо челя сатана ля мааминим. Здесь написано, что есть атаки дьявольские на верующих людей. Векатов, что коля анашим, коля мааминим оврим эдзе. И написано, что все верующие проходят это. Велок рак шеем оврим, им гам совлим, че зе коре. И не только они это проходят, они также страдают, когда это происходит. Авал Элоим омер, кше зе коре, אני אתן לכם כוחות. Но Бог говорит, что когда это происходит, я дам вам силы. אני אחזק אתכם. Я укреплю вас. אני אכוון אתכם. Я направлю вас. אתם תישארו להיות יציבים. Вы оставайтесь стоять прямо, стабильно. אתם יודעים, אנחנו גם הרבה פעמים שואלים, וזה טוב לנו לדעת, למה אנחנו סובלים, כלומר, מאיזה כיוון מגיע הסבל הזה. И мы часто спрашиваем себя, с какой стороны приходит это страдание. Я хочу упомянуть четыре вещи, про которые мы уже начали говорить. Откуда приходит страдание? Первое — это из свободного выбора человека. Из-за каких-то наших собственных дел. Это первая сфера. Второе — это дьявольские атаки на верующих. Третье — это испытание, которое Бог допускает. И четвертое — это наказание от Бога. ואני דבר על כל אחד מהם. Я хочу поговорить о каждом из этого. אז עכשיו התחלנו לדבר על ההתקפה. Сейчас мы начали говорить про атаки дьявольские. וחשוב לנו להבין איך לזהות האם אני נמצא בראשון, שני או שלישי. כי זה ייתן לכם הבנה וכוח וכיוון נכון. Я хочу, чтобы мы поговорили о том, как важно узнать, где из четырех этих видов вы находитесь для того, чтобы правильно поступать в той или иной ситуации. Когда мы находимся под дьявольскими атаками, то одно из пониманий, что атака должна быть и короткой, кратковременной. Написано, что это страдание кратковременное. זה קורה כשאתה בדרך כלל מתחיל לעשות עבודת אדוני. Это происходит в основном, когда ты начинаешь служить Богу, делать какую-то работу для Него. כשאתה באמת נכנס לשירות יותר ויותר. Когда ты заходишь в служение все больше и больше. ואז פתאום אתה רואה, בם, משהו קורה פה, משהו קורה שם. Тогда ты вдруг видишь. כל מיני דברים לא מובנים. Что-то происходит здесь и там и что-то непонятное. ואם אתה מתחיל, כמו שכתוב פה, אם אתה מתחיל להתמיד. ואתה עומד ישר במה שהתחלת, אלוהים יחזק אותך, וההתקפה הזאת תעבור. И написано, что если ты все равно продолжаешь и служить и идти в этом направлении, то Бог даст тебе пережить это страдание, Он поможет тебе. כתוב, הוא יצב אתכם וגם יחזק אתכם ויקונן אתכם. Написано, что Он совершит вас, утвердит и укрепит и сделает непоколебимыми. אז ההתקפה הזאת היא קורית. כשאתה מתחיל לשרת לאלוהים. То есть эта атака происходит, когда ты начинаешь служить Богу. וזה קורה עם כל בן אדם שהוא מאמין. Это происходит с любым верующим человеком. אתה חייב לעבור את זה. Тебе нужно это пройти. פשוט תמשיך להיות בשירות שהתחלת לעשות. Просто продолжай верно служить и идти по тому пути, по которому ты начал идти. ואז אתה תראה את הברכה ממנו. И тогда ты увидишь благословение. אתה тогда. תראה את הפירות שלו. Ты увидишь плоды от него. זה דבר ראשון. Это первое. דבר השני. Второе. מה שקשור באמת לסבל כללי בעולם הזה. То, что связано со страданием в этом мире. זה הבחירה החופשית של בן אדם. Это твой свободный выбор. כי ככה אלוהים ברא את העולם.
ונתן בחירה חופשית לאדם. Так Бог сотворил этот мир, и человеку Он дал свободную волю и свободный выбор. אתם יודעים, גם זו השאלה, מאחד השאלות הנפוצות ששואלים את אלוהים, האם באמת קיימת בחירה חופשית? И это также один из часто задаваемых вопросов Богу, действительно ли существует у нас свобода выбора? כי אנחנו לפעמים רואים שכאילו אלוהים איכשהו משחק ומוביל אותך. Потому что иногда мы думаем, что Бог как будто играется с тобой и ведет тебя. נכון, זה קורה. אלוהים מתערב. Иногда это происходит, и Бог вмешивается. אבל יש לבן אדם בחירה חופשית. Но у человека однозначно есть свободный выбор. מי אמר לקין שהוא צריך לרצוח את אבל? Кто сказал Каину, что он должен убить Авеля? אלוהים? Бог сказал ему. לא, אלוהים הפוך הגיע לה ואמר, לפני שהוא עושה את המעשה, אמר, הנה חטא, עומד לפניך, אבל אתה תשלוט עליו. Наоборот, Бог его предупреждал до того, как он совершил убийство, и он сказал, вот грех лежит у дверей твоих, но ты господствуй над ним. אלוהים כבר יודע מה הולך לעשות, הוא נותן לו אפילו פתרון, אומר, אל תעשה ככה. Бог, он знал, что он собирается сделать, и он дал ему решение, он предупредил его, сказал, не поступай так. אבל בחירה חופשית של קין הביאה לרצח. Но свободный выбор Каина привел его к убийству. הביאה לרוח. לאדמה, לעולם. И привел зло в этот мир, на эту землю. מי אמר לחווה לאכול מפרי או לא לאכול? Кто сказал Еве съесть этот плод или не есть его? להקשיב לסטן או להקשיב לאלוהים? Кто решил слушать дьявола или слушать Бога? זו הייתה בחירה חופשית שלה. Это была ее свободная воля, ее выбор. זו הייתה החלטה שלה. Это было ее решение. ופעמים רבות, ההחלטות שלנו, הם גורמות לסבל שקורה בעולם הזה. И часто наши решения приводят к тому, что страдания происходят во всем мире. כשאיזשהו מחבל בא ורוצה לפוצץ את עצמו. Когда какой-то террорист решает... Когда какой-то террорист решает идти и взорвать себя. זה החלטה שלו. Это его решение. זה לא הנהגה של אלוהים. Это не водительство Бога. ואז המון אנשים אחרי זה סובלים בגלל זה. И тогда много людей после этого страдают. המון אנשים מאבדים את הקרובים שלהם. Много людей теряют своих близких. יש סבל בגלל מה שאנחנו עושים. Есть страдания из-за того, что люди делают. ברור, יש גם מקרים אחרים שאתם תשאלו למה פתאום הילד כזה או כזה מתחיל להיות חולה. Естественно, есть такие случаи, когда вы спросите, почему этот ребенок или другой ребенок вдруг заболел страшной болезнью. אנחנו נדבר עוד מעט גם על זה. Мы поговорим об этом. אבל הרבה פעמים סבל מגיע מההחלטות שלנו ומהבחירה החופשית שאנחנו עושים. Но часто страдания приходят из-за наших неправильных решений и того выбора неправильного, который мы делаем. דבר השלישי זה ניסיון של אלוהים. Третье – это испытание Бога. דרך אגב, לגבי הסבל, של הבחירות שלנו, אנחנו יכולים לראות את זה ממש טוב בחיים שלנו ולזהות שאנחנו אשמים במה שקורה. Кстати, по поводу страданий, которые есть в нашей жизни, мы это можем увидеть ясно и понять, что мы виноваты в том, что мы сейчас проходим. כי פתאום עשית איזשהו מעשה, אז אתה רואה ממש ישר אחרי זה, שזה בגלל מה שאמרתי או מה שעשיתי אתמול. Потому что, например, ты сделал что-то, ты совершил какой-то грех, неправильно поступил, и на следующий день ты уже видишь... результат того, что ты сделал. אנחנו באמת לפעמים עושים משהו ואז משימים את אלוהים למה נתת לי את זה. Иногда мы делаем что-то, а потом мы обвиняем Бога, почему ты дал нам это. אתה בעצמך אשם. Сам ты виноват. דבר השלישי, מה שאמרתי, זה ניסיון שאלוהים מעביר אותנו. Третье, это страдание, через которое Бог проводит нас. זה ניסיון, זה לא בדיוק סבל. Это испытание, через которое Бог проводит нас. ואיך אנחנו מזהים שאנחנו דווקא בניסיון נמצאים? И как мы можем распознать, что мы сейчас именно проходим испытание? כשאתה נמצא בניסיון, נדרש ממך איזושהי פעולה ואיזושהי תגובה. Когда ты проходишь испытание, то от тебя требуется реакция и какое-то действие. איזושהי תגובה על המקרה שאתה נמצא בו. Реакция на то состояние, в котором ты находишься. כתוב שאלוהים אמר לאברהם, קח את בנך ותביא אותו לקורבן. Написано, что Бог сказал Аврааму, возьми сына своего и принеси его в жертву. אז הנה, הוא עומד לפני בחירה, מה לעשות? Вот Авраам стоял перед выбором, что ему делать. מה תהיה התגובה שלו, איך הוא יתנהג? Какая будет его реакция, как он поступит? בגלל התגובה שלך,
талуй, аим аварта нисайон оло. И твоя реакция определяет, прошел ли ты испытание или нет. Вебе нисайон, зе ло тамид каль. И в испытаниях не всегда нам легко. Дерех нисайон, арбе помимо нахну гам совлим. Через испытания мы часто страдаем. Ам Исраэль, ая бе мидбар, ло я ло каль шам. Когда народ израильский находился в пустыне, ему не было там просто. Обе сефер дворим катув, они несите отха, кшаита бе мидбар. И в второзаконии написано, я испытывал тебя, когда ты был в пустыне. Лерот аим такшив, ле мицвот шили о ло такшив. Для того, чтобы увидеть, будешь ли ты послушаться моим заповедям или нет. Элоим ая сам это ам Исраэль бе мацавим мисуямим, мацавим кашим, кшелё ифамим ло ая майм, лифамим ло ая охель. Иногда Бог допускал народу израильскому проходить по таким местам, где не было еды, не было воды, и действительно им было совсем нелегко. И испытание — это что-то, что должно укрепить тебя. Если ты проходишь это испытание, то цель этого испытания — укрепить тебя и перевести тебя на новый уровень. Это как бецава. Локим это бенадам, что митгаес. Вы маверим ото дерех йом сайрот, ямы гибуш. Осим пхина. Когда, как, например, в армии, когда призывается молодой солдат, он проходит через курс молодого бойца, через различные курсы для того, чтобы укрепить его. ולא רק לחזק, הם בוחרים, האם הוא מתאים או לא מתאים. И не только укрепить, также и проверить его, куда он подходит. Подходит ли он в определенные войска или нет. אני אספר לכם איזשהו סיפור אחד. אחד מהמבחנים שעושים. Я хочу вам рассказать одну историю, один из экзаменов, который проходит в армии. Есть анашим, чем кулям, омдим бы магаль, махзеким ядайм. Есть люди, которые, есть такой экзамен, люди встают в круг и держатся за руки. Аракшем ло омдим, элем немцаим бы бреха. Только они не стоят, а они на плаву находятся, или в бассейне, или в море. Эм ло ногим бы рецпа. И они не достают своими ногами до дна. И так они должны час целый продержаться. И никто не может так целый час продержаться. И в какой-то определенный момент ты начинаешь тонуть. А здесь тогда наступает важный момент. Как ты тонешь? Те, которые проводят тебя через этот экзамен, смотрят, как ты ведешь себя в этот момент. Потому что все держатся за руки. И когда ты начинаешь тонуть, ты спускаешься, и ты тянешь за собой других. И если это происходит, то ты сразу же, получается, что ты потерпел неудачу. Если ты мадбия, это что лиятха, если ты топишь того, которого ты держишь за руку, то все, ты не прошел этот экзамен. Возможно, ты можешь отпустить руки и один потонуть. Но говорят, нельзя отпускать руки. Тогда ты стоишь перед выбором. И как ты поступишь в этот момент, это означает... прошел ты испытание или нет. Это происходит в нашей жизни. Бог допускает сложные ситуации в нашей жизни. И Он ждет реакции. Так мы можем узнать, что мы проходим испытание. Определенная реакция, которую ты должен сделать. דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו, והוא הכי חשוב. Последнее, самое важное. וככה אני קראתי למסר שלי. И так я назвал свою проповедь. לב האוהב והידיים המקיבות. Любящее сердце и руки причиняющие боль. И причиняющие боль руки. זה כשאלוהים מעניש אותנו, או מוכיח אותנו. Когда Бог наказывает нас или что-то нам доказывает, אנחנו, כששומעים מילה מעניש, זה לא בדיוק המילה שהכתובים משתמשים בה. Когда мы слышим слово «наказывает», это не то слово, которое используют в Писании. כתוב «מייסר».
написано испытывает. Меясер, זה אומר, שהוא באמת, זה סוג של מעניש, אבל עם מטרה שאנחנו נשתפר ונבין את השיעור. Используется слово, когда как, это, вроде бы это наказание, но наказание с той целью для того, чтобы мы поняли и для нас это стало определенным уроком. שאנחנו נשתפר דרך הלימוד הזה. Для того, чтобы мы улучшились через этот урок. בוא אנחנו נפתח מאיגרת אל העברים. Давайте мы откроем послание к евреям. פרק 12. 12 главу. בוא נקרא מפסוק 4. Давайте прочитаем с 4 стиха. Вот, תקראי. עד שבע נגיד. Евреям 12 глава с 4 по 7. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предполагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо кого любит Господь, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой отец, которого не наказывал, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? אז בהמשך כתוב שבגלל שאלוהים אוהב אותנו, שהוא אב האמיתי, אז הוא מעניש אותנו. И потом написано, что Господь, как истинный отец, наказывает нас. כתוב שהוא כאילו מכאיב לנו. Написано, что он причиняет нам боль. והמילה שבמקום מעניש כתוב מייסר, זה אפילו מעביר דרך סבל קשה. То есть слово, которое используется для наказания, это он проводит нас трудным путем, где мы страдаем. דרך סבל, ממש סבל. Через настоящее страдание. וכדי שאנחנו נבין את הנושא הזה יותר, אני רוצה שאנחנו קצת נלמד מספר בראשית. И для того, чтобы мы больше поняли эту тему, я хочу, чтобы мы немного сейчас научились из книги Бытия. זה פרק 42, סיפור על יוסף ועל האחים שלו. В Бытие, в 42 главе, он рассказывается про Иосифа и его братьев. אני חושב שאתם... זוכרים את הסיפור, אבל אני אחזור ככה בקצרה. Я думаю, что вы все помните, но я хочу вернуться кратко к этой истории. Йосеф הוא ראש של המצרים. Иосиф стал главой Египта. והיה רעב גדול בכל הארץ. И во всем мире, во всей стране был большой голод. הוא מחלק אוכל לכל האנשים. И он раздавал еду всем людям. ואז הנה באים פתאום האחים שלו. И вдруг к нему приходят его братья. ואתם יכולים לקרוא ב... פרק 42. В 42 главе вы можете прочитать об этом. שהוא מתחיל להתנהג там מאוד מאוד קשה. Что он начинает с ними вести себя очень жестко. פתאום הוא מדבר там בקשיחות. Вдруг он говорит с ними сурово. הוא מאשים אותם שהם מרגלים. И обвиняет их в том, что они шпионы. הוא מכניס אותם לכלא. И он сажает их в темницу. שלושה ימים הם מעבירים שם. Три дня они проводят там. אז הוא משחרר אותם ומשאיר אחד לכלא, בכלא עד שהם יחזרו. И потом он отпускает и оставляет одного до возвращения братьев. תחשבו, האחים הם ממש ממש מרגישים שמשהו יוצא מן הכלל פתאום קורה איתם. Подумайте, братья в тот момент думают, что что-то ужасное с ними происходит. אני רוצה לקרוא פסוק 21. Я хочу прочитать 21 стих. Вот и кроме 42, пасук 21. И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взывается. Потом им маргишим, что киилю онеш меод меод кавед, акшав нафал алеем. Вдруг они чувствуют, что страшное наказание сейчас постигло их. Эм истаклим על יוסף, הם לא יודעים שהוא אח שלהם. Они смотрят на Иосифа и на Иосифа, и они не понимают, что он их брат. הם מרגישים התנהגות מאוד מאוד קשוחה. Они чувствуют жесткое поведение. הם מקבלים סבל מהידיים שלו. Они от его рук принимают страдания. הם רואים מה הידיים של יוסף עושות בשבילם. Они видят, что руки Иосифа причиняют им. וזה קשה וכואב. Это больно и это очень сложно. אבל אם היו מסתכלים על הפנים שלו. Но если бы они посмотрели на его лицо.
היו מזהים משהו מיוחד. אני בו знали что-то особенное. הם היו יכולים לראות את הדמעות שלו. אני בו увидели его слезы. הם היו יכולים לראות את הלב האוהב. Они увидели бы любящее сердце. כי בהמשך אנחנו כותבים שהוא סלח אותם כבר מזמן. Потому что потом мы можем прочитать, что он их давно простил. בסוף אנחנו רואים איך הוא מתחבק עם כולם. В конце мы видим, как он обнимает каждого из них. אבל עדיין לא הגיע הרגע הזה לפתוח את זה. Но пока еще не пришло время открыться им. הידיים מאוד מקיבות לאחים שלו. Те руки, которые очень причиняют боль своим братьям. אבל הלב מאוד אוהב. Но сердце его любит своих братьев. והוא בוכה איתם ביחד עד מה שהוא עושה להם. И он страдает и плачет вместе с ними за то, что он делает им. יכול להיות שזה המצב שלנו. Возможно, это таково наше состояние. אנחנו פעמים רבות לא מבינים למה קורה לי משהו מסוים. Часто мы не понимаем, почему с нами происходят определенные вещи. ואנחנו לפעמים אפילו חושבים יותר מזה, שזה לא יכול להיות בכלל שאלוהים ככה מתנהג איתנו. Иногда мы думаем даже более того, что не может быть, чтобы Бог с нами так поступал. אני רוצה לספר לכם משל אחד. Я хочу рассказать вам одну притчу. שקשור לנושא הזה. Которая связана с этой темой. היה איש אחד שעבר נסיבות מאוד קשות בחיים שלו. Был один человек, который проходил сложные испытания в своей жизни. והוא רצה להבין מאלוהים, האם זה באמת ממנו, מה הם דרכי האלוהים. И он хотел понять, действительно ли это от Бога, каковы пути Божьи. ואז פתאום הוא ראה חלום. И вдруг он увидел сон. הוא ראה שבחלום איזשהו איש הצטרף אליו. Он увидел, что во сне какой-то человек присоединился к нему. На самом деле это был Божий ангел, но он этого не знал. И он сказал, пойдем со мной, так ты познаешь пути Божьи. И они вышли в определенный путь. И в один день они пришли в... в один дом и остановились там ночевать. И там был один очень приятный человек. Он принял их и дал им еды. И он очень обрадовался, что они пришли. Он сказал, сегодня у меня особенный день. У меня долгие годы был один враг. אבל הנה, היום אנחנו השלמנו. Но сегодня мы помирились. והוא הביא לי מתנה, כוס, ממש, מכסף או מזהב אפילו, כוס מאוד מאוד יפה. Принес мне эту красивую чашу из золота и серебра. כי סימן של שולם. В знак того, что мы помирились. ויש לי היום חגיגה, ואני מאוד שמח שאתם באתם לבית שלי היום. И меня сегодня для меня большой праздник, и я рад, что вы пришли в мой дом. אז הם אכלו, שתו, בבוקר הם קמו ויצאו לדרך. И они поели, попили, и утром они собрались в свой путь обратно. ואז כשהם הולכים, פתאום, האיש הזה שרואה את החלום, הוא רואה אצל חבר שלו את הכוס בתיק. И тогда этот человек, который видел сон, он увидел у своего друга, что он забрал эту чашу. זה אומר לו, מה עשית? И он говорит, что ты сделал? איך גנבת לו את הכוס הזאת? Как ты посмел украсть эту чашу? הוא כל כך כיבד אותנו וקיבל אותנו. Он так хорошо нас принял, оказал нам такое уважение. ואז בן אדם הזה אומר לו, תשתוק, זאת דרכי אלוהים. И он сказал, замолчи, это Божий путь. ואז הם המשיכו ללכת. И тогда они продолжили идти. הם מגיעים לבית אחר. Они пришли в другой дом. שהיה שם איש אחד מאוד עני עם המשפחה שלו. Там был один бедный человек со своей семьей. Мамаша, я им бекоши мали ехоль. У них практически не было чего есть. А валю дан кибелю там. Но он все еще принял их в свою семью. Кибелю там, натан лаем лехоль. Он принял их и дал им есть то, что у него было. Вы бабокерам яцу на дерех. И тогда утром они вышли обратно в свой путь. Аз ото бы надам шера халом, у им ших лалеха, то я решен. И тот человек, который видел сон, продолжил идти, он был первым. אבל חבר שלו משומא התעכב. Но его друг почему-то задержался. ואז פתאום הוא מסתכל אחורה והוא רואה שכל הבית עולה באש. И тогда он посмотрел назад, и он увидел, что дом этот загорелся. ואז החבר שלו משיג אותו, הוא אומר לו, הוא שואל אותו, אתה שרפת להם את הבית? И тогда, когда его друг догнал его, тот, который видел сон, спрашивает его, скажи, ты что, поджег их дом?
אמר, אתה בכלל השתגעת? Он говорит, ты, наверное, вообще с ума сошел. וזה אומר לו, תשתוק, אלו דרכי אלוהים. Замолчи, это Божий путь, это Божий путь. ואז הם ממשיכים ללכת. И тогда они продолжают идти. ואז הם הגיעו לעוד איזשהו בית אחד. И тогда они пришли еще в один дом. שהיה שם בן אדם, ממש בן אדם רע מאוד. И там был один очень нечестивый человек. הלב היה שלו מאוד קשוח. Его сердце было очень жестоким. Они даже побоялись зайти к нему в дом. Но они зашли и поели там. И они увидели только одну вещь. Что у него был ребенок. И только когда он смотрел на своего ребенка, его лицо начинало светиться. То есть в его сердце было еще что-то хорошее только по отношению к своему ребенку. И тогда утром, когда они вышли и пошли, и тогда его друг сказал, пошли с нами своего сына, чтобы он показал нам путь. אז הוא לא רצה, אבל בסוף הוא הסכים. Он сначала не хотел, но потом согласился. אז הם לקחו את הבן שלו והלכו, הוא ליווה אותם. Тогда они взяли его ребенка, и он пошли вместе с ним, он проводил их. ואז הם הגיעו למקום איפה שיש מפל מאוד מאוד גבוה. И тогда они пришли к одному большому высокому водопаду. ואז היה שם גשר שצריך לעבור מצד לחד ותאום למטה. И тогда был мост, который они должны были перейти с одной стороны и пропасть под мостом. ואז הבחור שראה את החלום הוא הלך ראשון. Тогда человек, который видел сон, он пошел первым. ואז החבר שלו עם הילד הם הלכו אחריו. А друг с ребенком пошли за ним. ואז פתאום באיזשהו שלב החבר שלו לוקח את הילד וזורק אותו למטה לתאום. И тогда на половине моста его друг взял ребенка и скинул его в пропасть. אז הבחור כשראה את זה הוא השתגע. Тогда человек, который видел сон, просто и сошел с ума. הוא אמר, מה אתה עושה? Он сказал, ты что сделал? אתה סטן, אל תתקרב אליי. Ты сам дьявол, не приближайся ко мне. אני לא רוצה, אני לא מבין איך זה, מה אתה עושה? Я видеть тебя не хочу, я не понимаю все, что ты делаешь. אז הוא אומר, תשתוק, זה דרכי אלוהים. Он говорит, замолчи, это Божий путь. אמר, איזה דרכי אלוהים? Он говорит, какой еще Божий путь? איך אתה יכול להתנהג ככה עם הילד? Как ты ведешь, как ты поступил с ребенком? איך יכולת לגנוב את הכוס מי שכיבד אותנו? Как ты мог украсть чашу человека, который оказал нам честь? שרפת בית של אנשים שהם גם ככה עניים, אין להם מה לאכול. Как ты посмел сжечь дом людей, которые и так были бедные, и у них не было что есть? איזה דרכי אלוהים אלו? Какие еще пути Божьи? והוא נתן לו תשובה שעוד מעט אני אגיד אותה. И он тогда дал ответ, и я скоро скажу вам ее. אבל פעמים רבות זה החיים שלנו. Часто такова наша жизнь. יכול להיות שהיום אלוהים לקח ממך ילד. Возможно, сегодня Бог забрал у тебя ребенка. או שאתה נמצא במחלה מאוד, או הילד שלך נמצא במחלה מאוד מאוד קשה, סופנית. Или ребенок заболел смертельной болезнью. או שאתה עובר משהו מאוד מאוד קשה בחיים. Или ты проходишь что-то очень тяжелое в жизни. דבר מאוד דומה למה שתיארתי עכשיו. Очень похоже на то, что я сейчас описал. אתה פשוט לא יכול להאמין אפילו שזה יכול להיות דרכי אלוהים. Ты даже не можешь поверить, что это пути Божьи. כי זה מאוד קשה וזה מאוד כואב. Потому что это очень тяжело и это очень больно. אתה רואה ידיים שמקיבות לך. Ты видишь только руки, которые причиняют тебе боль. אבל אם אתה תסתכל על הפנים של אלוהים. Но если ты посмотришь на лицо Бога. אתה תראה את הדמעות. Ты увидишь слезы. כי הוא סובל איתך ביחד. Потому что он страдает вместе с тобой. הוא מרגיש אותם מכות שאתה מרגיש. И он чувствует те же удары, которые чувствуешь ты. כי הוא עושה את זה למענך. Потому что он делает это для тебя. התשובה של אותו איש הייתה הבאה. И тогда этот человек ответил таким образом. רצית לדעת למה אלו היו דרכי אלוהים. Хотел сказать, почему я называл все эти поступки путями Божьими. אותו בן אדם שקיבל אותנו. Тот человек, который שישלים принял עם האויב שלו. Который помирился со своим врагом. ההשלמה הזאת לא הייתה אמיתית. Это примирение не было истинным. הכוס הזאת הייתה מורלת. Этот стакан был отравлен. ואם הוא היה שותה, הוא היה מת. Если бы он выпил из этого стакана, он бы умер. אני הצלתי את החיים שלו. Я спас его жизнь. אותה משפחה שהייתה ענייה, שקיבלה אותנו. Та бедная семья, которая приняла нас.
Они очень бедно живут много времени. Но под их сгоревшим домом есть клад с дорогими сокровищами. И сейчас они под сгоревшим домом найдут этот клад и будут жить новой жизнью. Тот нечестивый человек. Если бы он продолжил воспитывать своего ребенка, он бы сделал его таким же нечестивым убийцей, как и он есть сам. Я сохранил ребенка от того, что с ним произойдет. Но кроме этого, אהבה היחידה שהייתה לאותו איש רע כלפי הילד שלו, זה הדבר היחיד שהיה לו. Единственное, что было у этого нечестивого человека, это любовь к своему ребенку. ועכשיו האובדן הזה יכול לתת לו תקווה ולשנות אותו. И сейчас эта потеря может дать ему надежду и изменить его. זה יהיה לו לברכה. Это будет для него благословение. אלו דרכי אלוהים. Эти пути Божьи. אנחנו לא רואים את כל התמונה, חברים. Мы не всегда видим всю картину. לפעמים דבר מאוד קשה קורה לנו. Иногда очень сложное с нами происходит. כשאנחנו מאבדים משהו. Когда мы что-то теряем. כשאנחנו נפגעים בגוף שלנו, בפרנסה שלנו. Когда мы получаем удары в нашем теле или в нашем заработке. אבל אלוהים עושה את זה בשבילך. Но Бог делает это для тебя. יכול להיות שהוא רוצה לתת לך שמחה אמיתית. Возможно, Господь хочет дать тебе истинную радость. הוא לוקח ממך שמחה של העולם הזה ונותן לך שמחה נצחית. Он берет от тебя радость этого мира и дает тебе вечную радость. אולי הוא מעביר אותך דרך הנסיבות האלו כדי למלא את התאום שיש בפנים. Возможно, Он проводит тебя через эти испытания для того, чтобы наполнить пустоту, которая есть внутри. ויכול להיות שהוא רוצה שאתה תרגיש את האשמה. И возможно, שאתה סוחב אתך. Что он хочет, чтобы ты почувствовал вину, которую ты несешь с собой. כמו שהאחים של יוסף. Как братья Иосифа. איך אתה התנהגת כלפיו. Как ты поступил с ним. איך אתה מתנהג עד היום כלפי אלוהים. Как ты поступаешь с Богом и сегодня. שאיך זלזלת במצוות שלו. Как ты пренебрег его заповедями. שהוא ברא הכל בשבילך. Когда он все сотворил для тебя. И который хочет отношений с тобой. Как написано в пророке Исаия. Мы, как рассеявшее стадо, которые каждый совратились на свой путь. Каждый пошел своим путем. И это вина перед Богом. Улай уроце шата. תכיר באשמה שלך היום. Возможно, он хочет, чтобы ты признал свою вину сегодня. הלב שלו כואב מאוד איתך ביחד. И его сердце болит вместе с тобой. הוא לא רוצה להקיב לך, אבל הוא חייב. Он не хочет причинять тебе боль, но он должен. כדי שאתה תחזור בתשובה. Для того, чтобы ты покаялся. כדי שאתה תשנה את היחס שלך, גם כלפיו, גם כלפי אנשים אחרים. Для того, чтобы ты изменил свое отношение к нему и к другим людям. כי הוא אוהב אותך. Потому что он любит тебя. הוא רוצה שיהיה שלום. בין הידיים ובין הלב. Он хочет, чтобы был мир в твоих руках и в твоем сердце. בגלל זה הוא מעביר אותך דרך הניסיון. Поэтому он проводит тебя через испытание. והניסיון הזה, כדי שאתה תבין, для того, чтобы ты ותשתנה, понял, и изменился, ותהיה יותר חזק, и был более сильным. כתוב באותו מקום, באיגרת אל העברים, написано также в послании к евреям. Там, где мы прочитали в первых стихах. Там есть определенная надежда. Что нам делать, когда нам трудно? Написано, что Иешуа пострадал от грешников. הוא עבר את כל הסבל שהיה. Он прошел все страдания, которые только возможны. אבל הייתה לו שמחה נצחית. Но он был удостоен вечной радости. הוא עבר את המצב הזה. Он прошел это состояние, которое было невероятно трудное. ואז הוא אומר, גם אתם, כשאתם סובלים. И он говорит, и когда вы тоже страдаете.
תזכרו במה שישוע. Вспомните то, что прошел Иешуа. מה שהוא עבר. Что он сделал. ואני נותן לכם כלים ממש פרקטיים. Я хочу дать вам практический инструмент. מה יכול באמת לחזק או לתת לנו כוח לעבור את הנסיבות הקשים בחיינו? Что может нам помочь и дать нам силу пройти сложные ситуации в нашей жизни? דבר אחד זה דבר אלוהים. Первое это Божье слово. כשאתה רואה ממש מקרים דומים שקרו לך. Когда ты видишь подобные вещи, которые произошли с тобой. בכתובים. Когда ты видишь подобное в Писании. כשאתה רואה איך אלוהים פעל וענה ועזר. Когда ты видишь, как Бог действовал и как он помогал. אולי אתה זוכר פסוקים מסוימים שנותנים לך כוח. Возможно, ты вспоминаешь определенные места Писания, которые укрепляют тебя. אתה יכול להכריז אותם, וזה ייתן לך כוח להמשיך. Ты можешь провозгласить их, и это даст тебе силы продолжать. ודבר השני. И второе. זה כשאתה מסתכל אחורה. Когда ты смотришь назад. ואתה נזכר איך אלוהים כבר עבד איתך ועזר לך. И вспоминаешь, как Бог работал с тобой и помог тебе. וחשוב לזכור את הדברים האלה. И важно помнить эти вещи. חשוב אפילו לכתוב את הדברים האלה. Важно даже записать эти вещи. כי אנחנו, מה שאנחנו זוכרים, זה רק הדברים הרעים. Потому что то, что мы помним, это только плохое. והדברים הטובים נשכחים מאוד מהר. А хорошее забывается очень быстро. ובדיוק ברגע כשקשה לך, זה טוב כשאתה יכול אולי לפתוח את היומן שלך, ולקרוא איך אלוהים עזר לך לפני זה. И когда тебе сложно, очень хорошо открыть эти записи и посмотреть, как Бог помог тебе. וזה יכול לחזק אותך. И это может укрепить тебя. וזה יקדם אותך ויעביר אותך את הניסיון שאתה עובר. Это может помочь тебе пройти то испытание, которое ты проходишь. ואז אנחנו, כמו איוב, נוכל להגיד, כמו שהוא אמר לאשתו, И тогда мы, как Иов, можем сказать то, что он сказал своей жене. Ма, им дворим, рак товим не кабель мелуим, ве дворим раим лё не кабель. Разве мы только хорошее будем принимать от Бога, а плохое нет? Омар Элуим Натан, Элуим Лаках. Он сказал, Господь дал и Господь взял. И еш мом его рах лёлам ваэт. Да будет благословенное имя его во веки веков. Кшанахну шлемим им Элуим. Когда мы в мире с Богом. Кшанахну мавеним ша лев шило гам בוכה איתנו ביחד. Когда мы понимаем, что его сердце плачет вместе с нами. אנחנו נוכל להכריז את המילים האלה. Мы можем провозгласить эти слова. ואני ממש קורא לכם. Я призываю вас. שתנסו להבין ולסמוך על אלוהים. Чтобы вы попытались понять и надеяться на Бога. ואני רוצה להתפלל. Я хочу помолиться. כי אם היום באמת יש אנשים שיכול להיות שהם סוחבים את האשמה כבר זמן רב. Потому что если сегодня есть люди, которые тянут на себе эту вину очень долгое время. אולי כלפי בן אדם. Возможно, в отношении какого-то человека. אולי כלפי אלוהים. Возможно, в отношении Бога. זה הזמן טוב להתפלל. Это правильное время, чтобы нам помолиться. זה הזמן טוב לעשות את זה לפני סעודת האדון. И это правильно сделать перед вечерей Господней. כי יש לנו ישוע. Потому что у нас есть Иешуа. שהוא כבר שלם מחיר. Который уже заплатил цену. שהוא כבר שפך דם שלו כקורבן. Который уже пролил свою кровь как жертву. כדי לסלוח לנו. Для того, чтобы простить нас. הוא כבר סלח לנו. Он уже простил нас. כי אלוהים אוהב אותנו. Потому что Бог любит нас. אלוהים אוהב אותך. Бог любит тебя. הוא רוצה שאתה תתוודה לפניו. И он хочет, чтобы ты признался перед ним. שאתה תפתח את הלב שלו. Чтобы ты открыл свое сердце перед ним. ופשוט תגיע אליו והוא ימלא אותך и пришел к нему, и Бог бы наполнил твое сердце любовью. אבא, отец наш, אני מתפלל לפניך. Я молюсь перед тобой. ואני מבקש עבור כל בן אדם. מבקש עבור כל בן אדם. Я молюсь за каждого человека. שאולי מרגיש עכשיו אשמה בלב. Возможно, который чувствует вину в своем сердце. שהדבר שדיברנו עליו הוא נגע להם. Слово, которое мы говорили, прикоснулось к их сердцам. שיש אנשים שאתה רוצה שהם ישתנו. И есть люди, которых ты хочешь изменить. בגלל המעשים שלהם. Из-за их дел. אני מבקש, תסלח להם. Я прошу тебя, Господь, прости их. אני מבקש, תמלא את הלב שלהם ברוח שלך. Я прошу, наполни их сердца твоим духом. ותעזור להם להרגיש את האהבה שלך. И помоги им почувствовать твою любовь. עד כמה אתה אוהב אותם. Насколько ты любишь их.
Насколько ты страдаешь вместе с ними. Мы просим, Отец наш, прости нас. И дай нам силы пройти все испытания в нашей жизни. Все испытания и страдания, даже которые мы проходим. И даже когда мы не понимаем твои пути, помоги нам уповать на тебя. Просто укрепи нас. Мы просим, Отец наш, во имя Иешуа Мессии. Аминь.